Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я делюсь с вами таким вообще замечательным видео. Это видео о моих подарках, о моих выигрышах в декабре уходящего этого ужасного для нас тяжелого года и для нашей семьи в том числе. Не знаю, у меня хуже года еще, наверное, даже не было. Это просто, не знаю, трэш какой-то, болезни детей. И мы болели, ну, я-то как бы в легкой форме. Вот, муж, дети болели сильно. Тут и на работе проблемы, на работе конец года завал. Осталась я одна в конце года, коллега заболела у меня. И сына в армию проводили, и, в общем, болезнь дочери, все как-то вот, все в кучу. И этот вирус ужасный у нас, и дети переболели им. Поэтому и сын сейчас болеет, как бы ни говорили доктора, болеют не по одному разу. У нас сын в этом году заболел третий раз. Что бы ни говорили, по телевизору и в новостях болеют. Потому что его типов этого коронавируса просто вообще не считанное количество. Ну ладно, все, давайте. Не будем о хорошем, не будем о плохом, а будем о хорошем. Делюсь я с вами просто замечательными новостями. Как и в прошлом году, в декабре, я тоже 3 раза выиграла в конкурсах. Это просто у меня вот какое-то вот новогоднее чудо получается. Теперь я в это верю. И в этом году повторилось то же самое. Я выиграла на канале у Люды. Мила там с цифрами у меня канал, Люда, извиняюсь, сейчас я снимаю уже 2 часа ночи, доходит плохо, соображаю. И у Вики Михайловой я выиграла в конкурсе, вот буквально прям неделю назад, и сегодня получила посылочку от Вики, от Люды, подойдет позже. Сейчас поделюсь посылкой от Вики. Коллега моя, которая, к сожалению, заболела, Ирина, выздоровление тебе скорейшего, крепкого здоровья. Может сказать, прям уже заболевая, принесла мне вот такой подарок. Замечательный, который вы видите. Вот такой шикарный букет. Давайте поделюсь с вами. Вы посмотрите, какая красота. Какой вот крафт в этой бумаге. Посмотрите, все как красиво оформлено. Живые веточки этой елки. А это, как вы думаете, что это? Это мыло. Вот это все, это мыльный букетик такой. Это супер. Просто вот. Ну, оно тут пахнет елкой. Вот. Такая красота у меня. Такой шикарный букет. Новогодний. Просто супер. Спасибо, Ирина, огромное. Она знает, как я люблю мыло. И решила вот меня так порадовать. Это просто вот шикарный, конечно, конница. Такую красоту делает. Вот я делюсь с вами этой красотой. Ну, теперь давайте перейдем к посылочке от Вики. От Люды будет потом. Сейчас я получила от Вики. Дошла за 6 дней. Вика прям переживала. Успею, не успею. Нет, сегодня 30 декабря после работы мы поехали отправлять посылку сыну в армию. И я уже, конечно, видела, да, что она на нашей почте, Викина посылка. Получается, смеюсь, обменялись посылками. Сыну отправили, а я получила от Вики. Радостно, я выиграла у нее тоже в конкурсе, как и у Люды. Спасибо, девочки, огромное. Вы просто вот правда феи-волшебницы, тем более перед Новым годом. Вы как снегурочки для меня. Просто тяжелое для меня время. Меня сначала Люда порадовала. Вика, и на днях я выиграла в конкурсе в Инстаграм, как я вам уже говорила. В прошлом году я выиграла в конкурсе ВКонтакте, в группе. Выиграла полку. Детскую повесили детям. А в этом году мне просто несказанно повезло. Я выиграла робот-пылесос. Я просто в шоке. Я обожаю убираться. Я обожаю пылесосить. Муж меня ругает, что я готова пылесосить каждый день. Ну, мы и пылесосим каждый день. Сейчас мне дочка помогает, пока я на работе. Выходные я доставляю себе такое удовольствие. Вот. Ну, и робот-пылесос, это просто я еще портативно мечтаю. Вот пока знаю, что Xiaomi, модель не помню, вот вроде бы как завтра обещают вызвать, вручить в торжественной обстановке, ну завтра уже, сегодня, 31 декабря, как я уже говорила, я работаю, но
Ролик этот я выложу, скорее всего, до 31 декабря, потому что я хочу еще добавить видео новогодним украшений нашего города. Утром на работу я пойду, я выйду чуть пораньше на остановку, чтобы снять вам красоту перед моей работой, что у нас, как украшен город. Потом покажу Викин подарок, посылочку, сюрприз. И надеюсь, робот-пылесос мне вручат завтра. И я тоже это все вам покажу, его расскажу, поделюсь с вами. В общем, чудеса случаются, верьте в них, пожалуйста. Я мечтала, я во многих конкурсах участвую, в Инстаграм, и у девочек в Ютубе. И вот прям мне просто хотелось, да что же за такой ужасно тяжелый год, ну хоть бы мне выиграть в конкурсе у девочек. Ну хотя бы в одном, выиграла в одном. Потом думаю, ну может быть повезет и второй раз, выигрываю у Вики. Но когда это вот я выиграла в Инстаграм, я вообще даже не смотрела запись этого розыгрыша. Мне написали сообщение в группу, что я вернее, мне в личку, что я выиграла. Когда я увидела, какой приз, там было 37 призов со всей России. Это просто вообще несказанно повезло, конечно. Спасибо огромное транспортной компании «Луч». Ну, это я потом еще скажу отдельно. Ну, давайте вернемся. Подарок от Ирины. Вот тоже просто супер. И давайте покажу, что же мне прислала Вика. Упаковано было в двух вот этих пакетах. Вика даже два пакета сложила в почтовых. Все, Вика дошло. Ну, там конфеты коробочка чуть-чуть помялась, а так все в целости и сохранности. Палеточку теней, сюрприз, который она сделала в розыгрыше. Она упаковала вот в эту вот пустую упаковочку. Прям все было завернуто так бережно, аккуратно. Так что все пришло в целости и сохранности. Ну, давайте. И вот сам пакет большой вот с посылки. Сейчас давайте буду с него все доставать. Первое, что мне тут попадается, я, конечно, уже все вскрывала, смотрела, дочке показывала, мужу. Снимаю, потому что уже ночью. Также вот достирываю белье. Вот такие шарики елочные новогодние. Просто супер. Они такие вот, смотрите, рука моя маленькие, но у Кати в комнате на окне стоит такая вот. И не сильно маленькая, средняя елка красивая. И вот как раз она у нее не наряжена. Просто у нее дождик висит. Вот она, вот эти шарики, я предложила, говорю, повешу на свою елочку. Будет очень красиво. Спасибо, Вика, огромное. Как раз вот вообще кстати нам эти шарики. Дочери тоже очень понравились. Так, ну ладно, это на десерт поставим. Дальше, что мне тут попадается? Вот такое вот шелковое мыло для лица и волос от кафе Мими. Здесь у нас протеины шелка и экстракт барбариса. Говорю, уже пол посылочки сняла. Не забыла, что я на паузу поставила. Все, я уже сплю, девочки, окончательно. В общем, вот такого мыла еще у нас не было. Будем пользоваться с удовольствием всей семьей. Дочка, я знаю, будет мыться им вся. Любит она все такое. Такого мыла еще у нас не было. Спасибо, Вика, огромное. 250 мл. Будем тестировать всей семьей. Далее, что было от Вики, это вот такие конфеты от марсианки. Неземное шоколадное удовольствие, кокосовый пудинг. Мы такие конфетки еще не пробовали. Вот, наверное, сейчас перед сном выпью или завтра с утра чай попью. Спасибо большое. Будем пробовать такие вкусняшки. Так, дальше я вам покажу, что же было еще в этих подарках от Вики. Вы посмотрите. Как будто бы вот как чувствовала Вика, что эта посылка попадет к любителю мыла. Меломанки. Вот это просто чудо. Бархатные ручки. Я очень люблю крема от бархатных ручек. Мыло просто. Мне даже жалко им пользоваться. Вот такого у меня еще нет. Здесь с компонентами крема. Крем-мыло с миндальным маслом. Аромат вот был, когда я открыла посылку. Вот даже закрытая коробочка мыла. Шел аромат на всю, вот на всю посылочку, на весь пакет. Вы посмотрите, какое оно красивое. Шикарное мыльце. Аромат вот я бы вынюхала и нюхала. Это просто супер. Мне кажется, я бы даже такой парфюм, наверное, себе даже не отказалась бы. Просто спасибо, Вика, огромное. Такого мыльца у меня нет в моей коллекции. Я очень рада, что мне так повезло. Так, давайте так, чтобы все видно было. Так, далее. Вот такое мыльце еще было. Мужу очень понравилось. Он любит все такое интересное маленькое мыльце. Давайте вам покажу. Вот с таким штампиком. Вот такое маленькое. Тоже будем пользоваться. Пока в коллекции пусть у меня лежит. Такое интересное мыльце точно должно быть в коллекции. Ой, ну что ж ты не хочешь стоять? Вот.
И еще два кусочка Отель Косметикс. У меня есть один кусочек мыла, там ягодный. Но мне им тоже жалко все пользоваться, но он пока в хорошем состоянии. И теперь у меня такое пополнение. Теперь у меня их будет три. Первое здесь, давайте, посмотрите, какая красота. Вот мыльница, как будет красиво смотреться. Мыло для рук с антибактериальными компонентами. Бразильский манго. Убивает микробы, увлажняет кожу. Просто супер. Аромат через упаковочку идет, да. Манго, фрукты, прям нежный-нежный. И посмотрите, вот я просто обожаю зеленый цвет. У меня кухня зеленая, ванна зеленая. Ну, может быть, это то, что я телец, я люблю травку, люблю зеленый, люблю растения, люблю цветы, обожаю цветы, комнатные вообще просто. И вот зеленый цвет для меня, и в одежде у меня много зеленого. Просто вы посмотрите, как будто здесь вот травка какая-то, да, веточки. Вы посмотрите, какая красота. Как будто это вот ветки листьев, травы, как будто этот салат или вот на листья салата. Вы посмотрите, какая красота. Это идет у нас бергамот. Но тут аромат тоже просто, вот он легкий, нежный, но в то же время очень вкусное мыло. Спасибо, Вика, огромное, но просто вот красота. Одна красота только, вот посмотрите, как вот такое мыло может не нравиться, я не знаю. Так, дальше что мне тут попадается? Как я уже сказала, мы ее открывали, смотрели. Давайте ее сюда сону, чтобы не шелестеть. Таким пакетом. Так. Был еще вот такой пакет, Вика положила. Новогодний. Можно подарочки скажу. Спасибо, Вика, огромное. Смотрите, с какой елочкой красивый. Спасибо огромное. Пакет очень красивый. Тоже люблю пакетики. Даже на работу классно, может быть, пойду. Посмотрю. Обед себе положить. Я буду все равно, наверное, ну, до обеда-то по-любому будем работать. Может быть, отпустят пораньше. Так, вот еще что-то было. От снежного кружева вот такая скатерть новогодняя. Ну, Вика сказала, что она небольшая, ничего страшного. 75 на 75. Я ее даже еще не распечатывала. Посмотрим. Если что, вот этот, этот стол, на который потом мы раздвигаем стол, будем на Новый год. Мы поедем к родителям, на 1 числа будем дома. Садим втроем. Да, это скатерть вот на этот столик, кстати. Вот, я его сейчас и накрою, и пусть стоит. Вот, посмотрите, какая красота. Посмотрите. Да, прям вот на этот мой стеклянный столик. Я его накрою сейчас. Сниму видео, и пусть будет праздничное настроение на кухне. Спасибо, Вика, огромное вообще. У меня есть новогодняя скатерть, она тоже красная, от Oriflame. Я всегда каждый Новый год ее как бы накрываю на стол. И вот здесь будет красненько. Посмотрите, супер. Спасибо, Вика. Вот такая красота. Так, дальше. Как раз салфетки я забыла купить на стол. Новогодние, вот посмотрите, от перышка пришли, от Вики. Вот такие красивые. Вот не надо как раз. Все полезное, все нужное к Новому году Вика прислала в свои посылочки. Так, дальше. Что же тут еще было? Сейчас я покажу вам вот так. Вот такие красивые серьги. Дочь уже сказала, что мне завтра оденет их на праздник. Я так и подумала, что их возьмет дочь. Я серьги не ношу. Вот наденет завтра на праздник. Посмотрите, какая красота. Очень красивые. На самом деле они как бы позолотистее, пожелтее. На камеру немножко искажает от освещения. Прям золото-золото. Очень красивые. Кате понравились, да, Катя? Да, понравились. Все, завтра она наденет вот эту красоту на праздник. Спасибо, Вика. Все будет в использовании. Тут, конечно же, дочка много чего заберет. Она и ждала посылочку, чтобы посмотреть, что тут будет красивого, интересного. Так, дальше. Здесь много-много масок для лица, как Вика и показывала в своем видео. Как раз мне это нужно. Тут я чувствую так, что дочь много масочек у меня возьмет. Потому что какие у меня сейчас есть в моих запасах, там все в основном антивозрастные. Ей они не подходят.
Ну, давайте приступим. Так, начнем. Вот такая маска для лица тканевая. Так, тут у нас перевода нет. Есть. Тканевая маска с экстрактами апельсина. Вот, ну посмотрим. Дочь, наверное, возьмет с апельсинчиком. Я думаю, ей подойдет для ее кожи. Так, она у нас идет Корея, наверное, да? Да, сделана в Корее. Так. Давайте так шарики положим. Немножко подвину, чтобы все было видно. Такая маска. Дальше. Следующая. С алоэ масочка для лица. Тоже этой же марки. Ну, здесь просто маска для лица с алоэ. Это тоже, кстати, дочери подойдет. Так что у Кати появились маски для лица ткани. Она тоже любит их делать. И еще одна с алоэ. Ну все, Катюшка у меня. У нее запасы маски есть тканевые. Следующая вот такая маска с огурцом. С экстрактами огурца. Это тоже Кате подойдет. Так что, Вика, ты порадовала, сделала подарки всей семье нашей. Вот и посылочки. Следующая. Посмотрите, какое очень красивое оформление, когда Вика показывала. Мне очень она понравилась. Тоже это корейская маска. Просто очень красивая. Даже жалко выбрасывать такую упаковочку. Это у нас идет тканевая маска для лица «Голубой лотос» для всех типов кожи. С экстрактами цветов лотоса и комплексом натуральных экстрактов восточной травы. Экспресс-средство для омоложения и тонизирования кожи лица. Ну, это мне масочка будет. Так, следующее. От Body Art Beauty Time тканевая маска для лица. Маска мечты для твоей красоты. Свежий и здоровый вид питания и увлажнения. Был долгий день, рекомендую перед сном использовать эту масочку. Это простой и удобный способ порадовать себя и позаботиться о коже лица. Увлажнение и питание. Здесь алоэ вера, экстракт морских водорослей, витамин А и Е, гиалуроновая кислота. Вот, поближе вам покажу. Почитайте. Спасибо, Вика, огромное. Дальше. Так, дальше сейчас вам покажу, какая еще есть масочка. Смотрите. Увлажнение плюс вечерний уход. Тканевая маска для глаз перед сном. Ну вот. Если бы я их повнимательнее посмотрела, ну, видите, видео надо было снять, то я бы ее сейчас себе сделала. Ну, ладно. На праздниках, на выходных днях сделаю. Обогащенная минералами, морская вода и гиалуроновая кислота. Разглаживает уставшие контуры век, увлажняет контуры глаз. 15 минут. А если ее охладить в холодильнике, то будет охлаждающий эффект. Классно. Гориньер. Не было у меня вообще вот таких масок всех, какие Вика прислала. Вика, спасибо огромное. Таких масочек у меня еще не было. И вот еще какая маска от кафе Мими. Маска для лица красной глины и шелковица. Шелковица, может быть, правильно. Поправите, если что. Ой, сейчас уже не соображаю. Вот, можете почитать. Красной глины и шелковицы. Шелковицы, вот. В общем, будем использовать. Это для меня тоже. Ну, Катюшки тоже там маски есть. Ну и теперь самое такое. Хотя вся посылка вообще супер шикарная. Но гвоздь, это, как говорится, гвоздь посылки. И сюрприз был от Вики. Она дополнительно еще как бонус к посылочке сделала. К розыгрышу. Это вот такая палеточка от Dodo Girl. Это просто супер. Я как раз на днях заходили, мы дочери тональный крем покупали. В частном магазине, в косметическом есть у нас тут неплохой. И там вот от этой марки было много-много-много палеточек. Но такой вроде бы не было. Посмотрите, какая красота. Вот ее номер 01, первая палеточка. Давайте откроем. Мне не терпится сделать свотчи. Ну и, конечно, уже утром сделать макияж. Посмотрите, как аромат, я просто обожаю. Труберос еще какие-то похожие. Но этот сладкий такой аромат. Парфюмированный. Какая-то у меня палеточка так пахнет, мне кажется. Ой, вообще шикарный аромат. Смотрите, какая красота. Так, приступим. Так, вот такие первые. 4 оттеночка. Лови. Так, давайте.
один тут вот матовый будет. Ой, какие красивые, какая красота. Сейчас я вам покажу. Как на ношу не буду показывать руки, я завтра приведу в порядок, потому что на работе все этим спиртом обрабатывают, потому что у меня коллега заболела, еще неизвестно, то ли этот вирус, то ли просто сильно простыла, но влияет она сильно, поэтому спиртом усиленно я все обрабатывала, весь кабинет, все. Посмотрите, какие. Камера даже не хочет ловить. Вот, вот красота какая. Вот этот вот, конечно, оттеночек очень красивый. Вот он, яркий-то. Ну, лови, вот, вот, поймал. Так, сейчас возьму. Сплю и радость это просто сегодня. Вот, предновогодние дни у меня такие счастливые, девочки меня просто осчастливили. Спасибо, Вика, еще вот буду говорить много-много раз, какая я довольная была, когда увидела, мне кто-то из девочек написал, то ли Аня Даркичева, она вот меня всегда поздравляет с выигрышами. Оксана, ты выиграла в конкурсе. Да, я была на работе вроде бы, или дома я уже приехала и включила, когда ролик, просто я была в шоке, что я выиграла у Вики. Так же, как и у Люды, я вообще не ожидала. И я заметила, когда я уже девочки начинают поздравлять, и я пропускаю посмотреть, или еще не успеваю посмотреть видео с розыгрышем, я тогда выигрываю. А когда вот прям жду-жду, смотрю, тогда нет. Так, ну давайте, отвлеклась я, следующее, все. Руки я вытерла. Дальше 4 цвета. Как раз удобно здесь по 4 идет. Вот смотрите, какие они красивые. Какая красота. Ну, лови. Давайте. Так, сейчас я уже в пижаме тут сижу. Засучить рука. Ой, какой вот этот коричневый, бронзовый какой-то. О, какой он красивый. Ну, вот эти матовые, их почти не видно. Они как раз на века, в складку века. Так, вот это что-то фиолетовое, можно побольше. Вот. Посмотрите, какая красота. На самом деле они, девочки, еще красивее. Вот не могу я вот поймать ракурс камеры. Очень красивые оттеночки. Эти коричневые, просто шикарные вообще. Давайте попробую как-то камеру немножко наклонить. Может быть, будет лучше ловить. Так, сейчас. Еще два ряда осталось. Ну, сводчи. Шикарная палеточка. 16 оттеночков. Просто супер, Вика. Спасибо большое. Так, дальше. Ой, какой черный, насыщенный прям. Смотрите, следующие 4 оттеночка. Так, тут я уже буду ниже. Вот черный, конечно, было поменьше. Ну, кстати, прям так тянется. Смотрите, как. Ой, какой красивый. Это даже как дуохром. Супер. Очень красивые оттенки. Вика. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Вот, вот этот дохромик, мне кажется. Он и в сиреневый уходит, и в коричневый какой-то. Супер. Вообще. Так, и остался еще один ряд. Сейчас снимем. И будем смотреть. Сейчас у меня пальцы подсохнут. Еще 4 оттеночка такой красоты. Прям не терпится утром сделать макияж, как говорится, потренироваться. Может быть, если он у меня до вечера в хорошем виде останется, но я хочу приехать с работы, принять душ и заново накраситься, как говорится, утром потренироваться, тем более, если позвонят на вручение пылесоса, они там хотят видео снимать, поэтому тоже надо выглядеть красиво в предновогодний день, так скажем. Но с новой палеточкой, я думаю, мне это удастся. Так, этот синий тоже красивый. Ну, тут два матовых. Вот последний тоже очень красивый оттеночек. Вот смотрите, начиная с синего. Вот эти четыре.
Вот камера что-то вот не может никак. Вот. Смотрите, какая красота. Ну, лови. От обилия вот этих сверкалочек всех мигает еще. Красивые. Вот эти вообще оттенки просто супер. Вика, спасибо огромное. Я очень довольна. Палетка шикарная. Вот этот сиреневый, очень нежный, красивый такой вот зимний, новогодний. Спасибо большое. Я очень довольна. Вообще спасибо, девочки, вам огромное. Ну, тут, да, вот от Ирины подарок. Ирине спасибо вообще. Мыло у меня теперь такое красивое все. И Вика, спасибо за такие подарки, за такую радость, что ты подарила мне накануне Нового года. Действительно, было очень тяжело. Не было настроения. Ну и все. Вы даже вот не представляете, какая я была довольная, когда я выиграла у Вики. Как маленький ребенок, правда. Радовалась. И это хорошо. Вот такая красота теперь у меня добавится в мою коллекцию палеточек теней. Вот. Вот такие подарки я получила от Вики. Так что, девочки, участвуйте. Чудеса действительно случаются. У меня вот они накануне Нового года происходят. Вот так получается. Значит, действительно, новогодние, предновогодние дни какие-то волшебные. Я в это верю. Теперь я верю в эти чудеса. Иначе будет скучно жить. Участвуйте, выигрывайте. Желаю вам всем выигрывать в конкурсах, получать подарки. Это вот само ожидание, даже само вот это чувство радости, вот как в детстве, распаковка этих посылок от девочек, вот выигрышей. Еще знаешь, что сюрпризики какие-то будут, это просто супер вообще. Спасибо вам, девочки, огромное. Так что все участвуйте и верьте в удачу. Вот столько красоты, столько всего полезного от девочек, от Ирины и от Вики у меня. Посмотрите. Ну как же тут, как не радоваться? И дочка, вот и дочке подарки, и нам, и мужу тоже вкусняшки будут. И помыться вот этим мылом. Так что вот такая красота. На новогоднем столе будет у меня много красоты. Спасибо всем огромное. Спасибо, что оставались со мной, что разделили со мной это чувство радости. Кому понравилось данное видео, нажимайте на лайк, подписывайтесь на мой канал. Очень рада новым друзьям, новым подписчикам. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео на моем канале. Они обязательно будут. Всем крепкого-крепкого здоровья, удачи еще, исполнения. О, Господи, что-то там в ванную упало. Извиняюсь, похоже, это распылитель. Мужу говорил не вешать, он повесил на стену. Всем исполнения желаний, крепкого здоровья, удачи, счастья. И всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Ну вот, хвалюсь вам моим выигрышем в Инстаграм. Робот-пылесос Xiaomi. Сегодня вручили, прям 31 декабря вечером. Там нас три выигравших было с города, с нашего. Один молодой человек выиграл 12-й iPhone. Еще один молодой человек выиграл многофункциональный вот этот нож, тоже Xiaomi. И вот я, робот-пылесос. Вот эта станция, которая заряжает. Это щеточка, как мы поняли. И вот сам пылесос. Вот он большой такой. Вот моя рука не маленький. Вот так что сейчас он уже согрелся, был холодный. Ну, сутки надо, потому что он в гараже. У них там, это транспортная компания, у них как боксы, гаражи. Стоял холодный уже завтра. Послезавтра будем пробовать настраивать программу на телефон и убираться дома. В общем, вот. Такой мне вообще классный подарок на Новый год в розыгрыш в Инстаграм. Так что, девочки, участвуйте обязательно. И вам все равно удача, обязательно улыбнется. Вот чудеса перед Новым годом случаются. Я убеждаюсь в этом уже второй год подряд. Я выигрываю 2 года подряд перед Новым годом в конкурсах. И буду продолжать дальше, конечно, принимать участие. Всем спасибо. Всем всего доброго, до новых встреч. Всех с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Всем самое главное здоровья, удачи, чтобы все ваши близкие были здоровы и рядом с вами.
исполнение всех ваших желаний. Пусть этот год будет очень-очень, только хорошее будет у вас у всех в наступающем новом 2021 году. Кому понравилось данное видео, нажимайте на лайк, подписывайтесь на мой канал. Очень рада новым друзьям, новым подписчикам. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Всем всего доброго. Пока-пока.